В России могут появиться железнодорожные билеты двух видов, а пассажиры сами будут выбирать, купить талон дешевле или дороже. Министерство транспорта предлагает ввести ЖД-билеты, которые нельзя будет сдать обратно в кассу. Соответственно, в стоимость таких посадочных талонов не будут включать риски, связанные с их возвратом. А значит, стоить они будут меньше. Но в экстренных случаях, допустим, если пассажир опоздал на поезд, они просто пропадут. Насколько такие билеты будут дешевле, пока неизвестно. Известно лишь то, что покупатель сможет сам выбирать, взять такой билет или обычный.